наверняка найдется немало любителей петь в душе, в автомобиле, за уборкой квартиры или приготовлением еды. Ведь это так приятно – представлять себя звездой эстрады. Кстати, поднять свое вокальное мастерство на новый уровень не то чтобы легко, но вполне реально. В этом на собственном опыте убедились участницы проекта «Леди Мармелад». Наши занятия, наши репетиции в проекте идут в прекрасном зале мюзик-холла. Это караоке-бар. С девушками на проекте у нас прошло с некоторыми одно занятие, с некоторыми два. Мы выбирали песни, какая им подойдет в проекте. В принципе, сегодня для многих уже утвердили, над чем они будут работать весь месяц, потому что времени ограничено в проекте. Я думаю, у них все получится, потому что номер выбирался в первую очередь от их желания. У меня добавилось столько уверенности, я теперь знаю, что я пою хорошо, нужно не стесняться, петь и радоваться. Нас здесь учат петь в нужной манере, корректируют что-то. Если, например, народная манера, вы сейчас слышали это, да, сразу же Лариса это убирает. Учит подавать звук легко, например, мягкая подача звука или жесткая, например, атака. Она все это говорит, рассказывает. Я думаю, что даже мне интересно, хотя я вокалист, мне интересно послушать ее. Девочки и другие, которые не имеют такого опыта, они с удовольствием занимаются. Для успешного выступления необходимо выбрать подходящую под свой диапазон музыкальную композицию. Это, пожалуй, главный секрет караоке-профессионала. По тембру мы смотрим, чтобы песня того или иного исполнителя подходила нашей участнице. Потому что многие вот три песни пробовали, но не получается войти в песню, да? Вот, а здесь, вот, в частности, Людмила Шибаева, она с первых минут влюблена в песню Пугачёва «Я смогу». И, в принципе, она у нее очень хорошо пошла. Когда мы первый раз сюда пришли после кастинга, и она запела песню, ту, которую вот я сейчас пою, это караоке, никто здесь не танцует, у меня просто прямо... Я выскочила из кресла и стала танцевать, вот как она моя. Ну и как профессионал, видимо, она вот как-то сразу сказала, вот это твоя песня. И я настолько ею вот, не знаю, заражена. Я вот просто пою, поэтому мне очень страшно, я боюсь, я не умею. Поэтому хочу очень сильно, потому что для меня это новый опыт. Я пою, я значит, я живу. Я живу, и значит, я пою. О, пою. Словно птица верящая, что она живет в раю. По задумке от организаторов, одно из испытаний участниц в финале станет конкурс талантов. И как нам сообщили по секрету, на сегодняшний день уже 7 конкурсанток заявили о своем желании выступить с вокальным номером.